Всем привет. Вот, прошла неделя с того момента, как я начал свой эксперимент с питанием. Сразу поговорю о результатах. Вот. На данный момент я вешу 105 килограмм. На момент эксперимента, начала эксперимента, я весил 107, 107,6, по-моему, точно не помню. Ну, где-то на фотографии есть. В плане размера, не знаю, сейчас померю, тогда была талия 103, ну скажу честно, по-моему, что внешне я не особо изменился, по-моему, как я внешне в зеркале похудел, то есть еще больше ушли руки, спина, ноги, но вот почему-то бока до сих пор остались. Ну я, в принципе, предполагал, что такое может быть, потому что отсюда уходит в последнюю очередь, ну, в эти случаи померяем. Сколько у меня, даже так, сто два сантиметра так и осталось. Вот теперь расскажу о том, что же именно я делаю в плане питания. Я отказался полностью от всех сладостей. От газировок я уже говорил в первом видео, я отказался намного раньше. От сладости отказался полностью, от сахара также отказался. Из сладкого употребляю только мед по 30 грамм в зеленый чай. Пью только зеленый чай, ну молоко. Из еды ем каши гречневую, рисовую, гороховую, пшеничную. Ем рыбу, ем курицу. Грудки, филе, овощи, капуста, морковка, огурцы, квашеная капуста, что еще, овощные котлеты жена делала, да, немного жареные, но я думаю, не так уж страшно. Это из фруктов яблоки, в принципе все. Вот. Теперь по поводу того, что для меня сейчас это как бы значит. Да, изначально я основная цель — это как бы привести себя в форму, но также мое питание должно отразиться очень хорошо на моих в будущем силовых результатах, потому что у меня очень ограничено было потребление белка. Кстати, еще вот на ночь кушаю творог. Там у нас были спорные вопросы по всему этому поводу, но пока что я еще не приобрел казеин, поэтому пока что кушаю творог. Вот. Что для меня это дало, да, за эту неделю? Я думал, честно говоря, будет намного тяжелее. Нет, мне далось это очень легко. Может быть, потому что я особо ни от чего не отказался. Хотя, ну, отказ от сладкого для меня, наверное, казался самым страшным. Ну, для меня это не было очень страшно. Вот. Мне понравилось чувствовать вот этот вот контроль, то, что я себя наконец-то взял в руки в плане питания. И еще вот одно открылось, мне захотелось научиться готовить, потому что есть просто вареную курицу или рыбу как-то не особо приятно, поэтому я начал искать какие-то рецепты, пробовать готовить. Мне это понравилось, потому что это как бы и вкусно, и с другой стороны полезно, поэтому вот еще один как бы плюс. Я планирую продолжать. Точнее, я планирую вот держать свое питание в таком режиме, наверное, все оставшееся время максимально. То есть не прибегать к сладкому, ну, там, может быть, в каких-то редких случаях. И то только после того, как я наберу себе нужную форму. Также по поводу упражнений. Я занимаюсь 3 раза в неделю, плюс были силовые выступления. Делаю базу. Пока что никаких аэробных нагрузок не было. Немного приболел. Делаю базу. Присед. Становая тяга. Упражнения для плечей. Восстанавливающий комплекс. И жим лежа. Вот. Аэробных нагрузок, как я сказал, нету. Вот со следующей недели, а точнее с завтрашнего дня. Ну, точнее, наверное, на момент показа видео это будет уже сегодняшний день. Ну, с понедельника я хочу включить аэробные нагрузки, скакалки по состоянию здоровья в
восстановлю, включу бег, как это было осенью. Ну и также занятия с гирями. Силовой жонгляж на улице будет. Я думаю, это очень хорошо поможет моим. Все это в комплексе диета и плюс вот такие занятия, думаю, результат будет намного быстрее проявляться. Ну, на данный момент пока что все, потерял 2 килограмма, уверен, то есть, да, я взвешиваюсь на тренировке, и уже вес четко стоит, 105,1 килограмм, ну, 105-100, вот. Так что, продолжаю свой путь, вам же желаю оставаться всегда здоровыми, крепкими, следите за питанием, следите за своей формой, оставайтесь в здравом уме и сильным духом. Всем пока! Thank you.